Всем мурмяу, мои котятки, с вами Флаффи Китти, и я продолжаю снимать видео по игре FarmCraft. Всем приятного просмотра! Итак, предыдущее видео у нас с вами было по уровню мегаферма. Мы с вами отлично справились с заданиями, получили даже трофей. И сейчас нас с вами ждет уровень под названием захват рынка. Я не знаю, последнее ли это видео или там дальше будет что-то еще, но судя по тому, что мы сейчас с вами видим вот здесь вот на карте и вот по этим ячейкам, которые внизу экрана, это последнее видео. Поэтому, если оно последнее, я думаю, что оно будет очень сложным. Нам наверняка нужно будет посадить вообще все растения, которые мы только знаем, которые мы только высаживали за всю игру, и, соответственно, построить все строения. Но это мои догадки. А как же будет на самом деле? Давайте посмотрим. Старт. Краткое содержание предыдущих серий. Март узнала правду о своем прошлом. Мистер Агранович тоже. И был не слишком рад. Мон-Женераль, у нас есть новые сведения о вашей дочери. Моя дочь мертва, Жак. Найн, босс. Марта ваша дочь? Нет! А сейчас? Сенсация! Мэр расторг контракт с корпорацией Аграновича. Объявлен тендер на поставку продуктов. Кто станет новым овощным королем города? Ну что, сейчас нам это предстоит узнать. Регион потихонечку возрождается. И скоро тут будет много цветущих ферм. Но городская фабрика задумала выпуск искусственных продуктов. Они такие же вкусные, но в них совсем нет витаминов, а значит, от них нет никакой пользы. Но стоят такие продукты достаточно дешево. Мы должны наполнить магазины вкусными и полезными свежими овощами и фруктами. Тогда никто не будет покупать вредные продукты с фабрики. Фабрика обанкротится, а люди будут есть полезные овощи и будут здоровы. Магазины заинтересовались нашими продуктами и просят партию продуктов для пробы. Для начала они просят партию овощей. Так, нам нужно будет продать 3 ящика редиса, тыквы, кукуруза и помидоров. Вот беда. Фабрика подкупила часть наших поставщиков семян. Эти поставщики отказались продавать нам семена. Придется договариваться снова. Не беда, и не из таких передряг выкручивались. Это точно. Сразу купила поливательную машину, во-первых, чтобы выкопать правильные грядки. И потом уже не было заморочек по поводу полива растений. Просто выращивай, удобряй, собирай и продавай. Так, редис надо будет посадить, тыква, кукуруза, томаты, редис, тыква, кукуруза и томаты, вот 300 надо монет, пока не будем, значит, тыква потом посадим. Посадим. И кукурузу можем купить и посадить. Так, яблони у нас уже дала плоды. Так, больше ничего нет, да, у нас? Пальма еще только созревает. Ну и хорошо. Пока посадим семена.
принципе, томаты я уже могу купить патент. Пусть будут сразу. Так, бананы поспели, продадим. И яблоки. Редиска как раз уже начала давать плоды. Все это мы будем продавать. Так, три ящика редис у нас с вами сейчас уже продадутся. Тыкву мы сейчас продадим. Видите, три ящика редис уже продали. Сейчас продадим три ящика тыквы. Так, потом сразу же скопаем грядку. Сразу же вскопаем грядку, потому что нам надо будет еще с вами томаты посадить, не забыть. Как раз мы подкопили денег на это. После того, как она посадит помидоры, давайте с вами продадим сразу три ящика кукурузы, чтобы задание у нас с вами выполнилось. Продажи кукурузы. К тому времени поспеют томаты. Так, три ящика кукурузы продали. Осталось три ящика томатов. Пока томаты у нас поспевают, мы не будем с вами терять время. Будем продавать то, что поспело. Так, томаты. Томаты у нас с вами уже поспевают. И давайте посмотрим, какое же задание после этого нас с вами ждет. Магазины в восторге от того, как продаются наши овощи. Они просят показать, что еще мы можем предложить. Нужно поставить еще одну партию овощей. На этот раз мы порадуем покупателей больше экзотикой. В свою очередь, магазины прислали часть выручки с реализацией товара плюс 200 монет. Надо будет продать нам с вами по три ящика огурцов, баклажан, перцев и грибов. Давайте.
посмотрим, что мы можем купить на этот раз. Так, огурцы. Грибы покупать нужно будет. Огурцы уже есть. Баклажаны, баклажаны, баклажаны. Вот не вижу, где они. А, вот они. Посадим баклажаны. Так, перец и грибы. Перец. Так, останутся огурцы и грибы. Так, сейчас Марта все посадит. С вами. Помидоры продадим. Обратите внимание, даже если денег в этой игре нет, у нас все равно всегда останется одна монетка, и можно покупать ящики. Вот так вот сделали нерадивым игрокам, которые не следят за своими финансами. Такая помощь. Перчики пока еще у нас зреют. Так, вот и баклажаны у нас созрели с вами. Давайте пойдем их собирать и продавать. Так, 227 монет. Так, для грибов нам нужно 500. Ну и плюс еще какая-то сумма нужна будет потом, чтобы их купить. Пока скопаем грядки. Смотрим, не поспел ли перчик. Пока еще нет. Баклажан, он уже начали опять поспевать. Повторный урожай. Продадим. Так, перцы. Лучше перцы продадим. Нам по заданию сказали продать 3 ящика. Так, а грибы, они же у нас на склад продаются, да, или им теплица нужна? Вот каждый раз, по-моему, я сколько уже, сколько раз я снимала это видео, я столько раз спрашивала, что нам нужно для того, чтобы продавать грибы. Голова садовая. Так. Будем
ждать, когда еще перцы будут плодоносить и баклажаны. Так, огурцы. Посадим. Берем бананы, яблоки. Опять удобрим баклажаны. Перцы тоже удобрим. Они были здоровы, побыстрее плодоносили, и я благодаря этому могла быстрее собирать урожай, продавать его и зарабатывать на этом деньги. Потому что мне сейчас нужно заработать 500 монет для того, чтобы купить грибы. И, по-моему, 100, да, или 120 потом пакетик еще один стоит. Ну, чтобы непосредственно сами семена купить. Не помню. Давайте посмотрим, не поспели ли огурчики. Поспели. Пойдем их продавать. Так, сейчас мы продадим 3 ящика огурцов. Соответственно, нам останется только выкупить, посадить грибы, дождаться, когда они поспеют, продать их и дадут нам следующее задание. Так. Да, еще нам нужно будет на семена. И еще. Так, давайте мы с вами продолжим. Пока Марта будет собирать урожай и продавать, мы с вами выкупим сейчас патент на грибы. Так, где они? Вот они, да? Заявка на партию семян грибов. 100 монет стоят грибочки. Можно их уже купить. Садить можно сразу же. Садить и ждать, когда они поспеют. Копаем еще вот эти оставшиеся грядки и потом пойдем продолжать продавать баклажаны.
Там все-таки дается сразу 40 монет с одного, с продажи одного ящика. Поэтому такой шанс подзаработать деньжат не нужно терять. Так, с огурцов там, по-моему, вообще, да, мало? 30 монет. Ну, тоже ничего. Так, вот и грибочки как раз у нас с вами готовы к продаже. Давайте их продадим и посмотрим, какое следующее задание дадут нашей Марте. Давайте подождем, пока продаст она еще одну партию грибов. Продажа наших овощей идет полным ходом. Теперь мы можем предложить им красивые цветы, а заодно побалуем горожан арбузами. В этот раз выручка с продаж в два раза больше, плюс 400 монет. Да, но при этом арбузы стоят 600. Так, нужно нам посадить с вами георгины, подсолнухи, тюльпаны и арбузы. Причем тюльпаны 500, георгины есть, да? Подсолнухи есть. Их, по-моему, продавать надо в теплицу, да, если я не ошибаюсь? Мало того, нам еще с вами и теплица нужна. Давайте сборщика урожая наймем. Пусть он нам помогает зарабатывать деньжат. Так, поливательную машину давайте сразу установим. И давайте скопаем грядки, пока сборщик урожая собирает урожай. Так. Так, можем мы с вами что? Посадить подсолнухи, георгины. Да? Но продать просто мы их не сможем, потому что нет у нас теплицы. Заработать надо еще нам с вами монет. Так, скопала еще одну грядку для того, что нам требуется, то есть георгинов, под подсолнухи, под георгины, под тюльпаны, под арбузы. Так, соберем еще одни баклажаны, дадим сборщику монет. Давайте построим теплицу. Так.
георгины. Так, подсолнухи георгины мы с вами посадили. Замечательно. Перцы можем продать. Так, заработать бы нам сейчас с вами на помощника, чтобы он удобрял растения, чтобы они быстрее плодоносили. Давайте мы его наймем. Дадим ему денег, чтобы он начал уже удобрением заниматься. Так. Так, мы с вами время терять не будем. Дадим подсолнухи. После этого заплатим сборщику, чтобы он дальше продолжал собирать для нас урожай. Так, и теперь нам с вами нужно 1100 монет, чтобы выкупить тюльпаны и арбузы. Это просто выкупить, потом еще их нам надо будет посадить. Я думаю, все у нас получится. Да, удобрялищик из него еще тот. Он страдает растения, он там где-то ходит. Хотя там, наверное, тоже страдает, он уже, наверное, не просто так там ходит. Ну, одобрил. Молодец. Твое дело знаешь. Так, 547 монет, 587. Так, у нас тюльпаны стоят 500. Давайте купим тюльпаны. Посадим поле тюльпанов. Дадим ему монет, чтобы он продолжал ухаживать. Чтобы урожай у нас был стабильным, с
сборщик, чтобы не стоял просто так. Так, сейчас нам осталось с вами накопить 600 монет на арбузы. Это чтобы выкупить патент. И потом еще какое-то количество монет нам надо с вами заработать, чтобы потом посадить эти самые арбузы. Старается. Баклажаны. Хотя нет, подсолнухи. Перчики продадим. Так, 447 монет у нас уже есть. Та-да-дам. 467, 517. 5 тюльпанчики пошли в рост. Сколько нам дают за продажу одного ящика? 60 монет сразу. 60, обращаю ваше внимание, за георгины, за продажу георгин. 50, с подсолнухов 40. Цветы очень прибыльные. Так. Арбузики уже могу купить. Стоит 120. Так, сейчас заработаем быстренько монеты для всех. Потом посадим арбузики. Потому что, видите, у нас и помощник, и сборщик урожая, ну, просто так стоят. А мне надо, чтобы деньги приходили. Так, и все, можно посадить арбузы. Хочет наш помощник никак удобрять грибы. Ладно, потратим 40 монет, чтобы сделать это самостоятельно. Так, продаем подсолнухи. Арбузик пока еще наш зреет. Тюльпанчики продадим. Очень прибыльное дело продавать тюльпаны. 60 монет за ящик. Арбузы, наверное, еще прибыльные, да? Почем? 70 монет за ящик. 70. Максимальная цена от продажи арбузов в этой игре.
Так, арбузы, по-моему, тоже в теплицу, да, если не ошибаюсь? Сейчас узнаем. Да, в теплицу. Так, сейчас как раз-таки еще одно задание выполним по продаже арбузов и посмотрим, что нам дальше скажут делать. Горожане ценили наш подарок – арбузы. Наши вкусные арбузы – просто хит сезона. А продажи фабричных конфет из дешевого искусственного сырья упали вдвое. Самое время заменить их на натуральные сладости. Теперь мы поставим в магазины клубнику и мед. И люди вообще перестанут покупать вредные конфеты. Доход составил 600 монет. Так. Нет, так она не может скопать. Чуть-чуть пониже. Так, клубнику нам нужно 700. Выкупаем. Нет, оказывается, видите, самая дорогая 80 монет. У нас все-таки культура это клубника. Арбуз дает 70 монет, а вот клубника 80 монет. Клубнику очень выгодно сажать. Так, ну а пока клубничка у нас с вами зреет, мы с вами давайте насобираем и продадим арбузов, чтобы выкупить улей. Так, 500 монет нужно, чтобы купить патент на улей. И потом, видимо, еще надо 500, чтобы его построить. И еще нам нужен будет холодильник, потому что мед, он продается в холодильник. То есть не на склад, а в холодильник. Так, улей выкупили мы с вами. Сейчас снова 500 монет, чтобы купить сам улей, и 500, чтобы купить холодильник. Сейчас мы им заплатим, чтобы они дальше продолжали свой труд. Так, клубника пока еще спеет. Так, 127 монет заработали мы с вами. Так, сейчас уже 197. У нас, видите, как все с помощником хорошо, со сборщиком организовано. Он наверху все собирает, я внизу все собираю. Прям идиллия.
Так, вот у нас с вами и клубничка уже созрела. Можно купить улей. Холодильничек сейчас купим. Клубничку бы удобрить. Так, пусть пока постоят в сторонке, потому что мне нужен холодильник. Так, холодильник. Продаем мед. Теперь можно заплатить. Тюльпаны вон страдают у нас с вами. Все, удобрим их. Вроде он пошел их удобрять. Так, теперь что нам с вами осталось дождаться? Две партии меда. И ждать следующее задание. Готова еще одна партия меда. Клубника у нас с вами созрела. Так, давайте сразу же откопаем грядки. Я уверена, что нам они будут нужны. Мед пока все равно еще готовится. Так, и уже два сборщика я найму.
Давайте еще одного, который будет удобрять все это богатство. Так, вот и третий мед. Давайте посмотрим, что нам дальше скажут делать. Мед и фрукты с грядок уже лежат на полках магазинов. Но не нужно забывать, что еще много вкусного растет на деревьях. Так, яблоки, вишня, бананы и слива нам нужно продать. Так, ну, яблоки. Вот и все у нас здесь есть. Сюда придем. Господи, куда тебя поставить-то? Дадим бананы. Яблоки. Еще давайте бананы посадим. Еще одну яблоню давайте посадим. Так. Вишню, сказали, нужно. И слива. Никуда, да, здесь уже ее не посадишь. Жалко. Может, можно как-то банан подвинуть? О, сюда бананы посадить можно. Так будет две сливы. В этот момент зевать не будем. Еще одна слива созрела. Так, продадим клубнику. Заплатим. Где все остальные? Спрятался один. Бананы. Так, осталось только вишенку еще одну продать. Так, вишенка не поспела еще? Нет, вишенка еще не поспела. Так, слышу, как будто вишенка, да, поспела? Нет, это была или слива, или яблоня. А, вот и вишня. Наши продукты продаются во всех магазинах и имеют большой успех. Но осталось еще кое-что. Давайте поставим продукты, производимые на фермах. Яйца, свинок, шерсть и молочко. Так. Шерсть и молоко у нас любят морковь и капусту.
Давайте посадим это все. Так, на молочное животноводство лицензия. Понятно. Так. Сейчас они все к нам придут. Иди. Работай. Так. Это я копаю под чтобы вы понимали, под это значит морковка, капустка, это чтобы у меня коровник был и овечки. Купим коровник. Так, давайте посадим свеклу. Можно свинарник поставить. Сюда давайте поставим. Пойдемте накормим корову. Лёшку сразу накормим. Так, коровы сыты, клюшка тоже сыта. Так, значит, еще шерсть и яйца. То есть там овчарня нужна и курятник. Давайте заплатим. Пойдем покормим клюшку. Ой. Кормим корову. Продадим мед. Клюшка у нас уже родился. Дадим его. Молочко продадим. Покормим всех. Так. Можно уже покупать овечку. Что я поставим?
Так, давайте покормим корову. Так, давайте построим курятник. Пусть он будет у нас вот здесь. И посадим кукурузу. Кормим клюшку. Кому денег дадим? Кому денег дадим? Кому денег дадим? Всем денег дадим. Так, у нас мед уже готов. Корову. И овечку покормим. И хрюшку покормим. Курочек пока не могу покормить. Продадим поросенка. И накормим поросенка. Так, как у нас у коровы дела? Все пока отлично. Курочки вот только голодные до ужаса. Накормим курочек. Еще посадим. Еще посадим кукурузу. Так, уже молочко можно продать. Всех накормим сейчас. Курочек тоже накормим. Овечек накормим. Сюда сразу склад еще один поставить. Далеко не ходить. Так, давайте заплатим тем деньги. Еще одного сборщика наймем. Кур накормим. Кошку накормим. Яички.
кормим корову. Так, что нам еще остается? Еще одно яйцо, две шерсти, одно молочко. Больше же нечего собирать, кроме как кукурузу на этом маленьком поле. Так, всех кормим, ни про кого не забываем. Накормим корову. Накормим кур. Шерсть, ну вообще очень долго, конечно, овечка дает. Просто какой-то атас. Поросеночка можно продать. Покормим сразу хрюшку. Потому что нам осталось еще две шерсти, и она, овца, очень долго производит шерсть. Просто очень долго. Поэтому я поставлю сразу две. Потом пойдем, давайте всем деньги раздавать. Так, еще одна шерсть можно продать. Давайте покормим овечек. Может быть, от того, чем чаще ты их кормишь, тем быстрее они плодоносят. Ну, то есть, ну, в смысле, шерсть дают. Так. Что у нас там с шерстью? Процесс идет. Yeah.
Да, после того, как мне овечки принесут шерсть, я прям не знаю, что буду делать. Потому что мы уже, ну, так много всего построили. Покормим еще овечек. Вот сейчас вот эта овечка нам должна будет шерсть дать. Может, монет нам нужно будет много-много-много накопить? Например, 10 000 или 20. Ну, чтобы уж совсем меня убить, так сказать. Давайте посмотрим. Я сейчас это задание выполню. Скажет. Итак, наши продукты так успешно продаются, что уже почти закончилось в магазинах. Нужно срочно поставить новые. Магазин прислал заказ на продукты, которых не хватает, и выручку с продаж. Плюс 1500 монет. Так, нам нужно будет с вами продать 3 подсолнуха, 3 ящика грибов, 3 ящика бананов и 3 поросенка. Замечательно. Давайте заплатим сразу. Так, давайте еще один свинарник построим. Так, грибы. Тут рядышком где-то они. Так, грибы. Подсолнухи. Этих рюшек покормим. Всем оголодали несчастные. Нам хрюшек они не принесут, если будут голодные сидеть. Так, один поросенок у нас уже есть. Так, давайте покормим сразу овечек. Мне не жалко. Мне не жалко. Пусть будут кормлены. Так, хрюшек сразу покормим. Так, вот еще один поросеночек.
Так, мы с вами перемещаемся сюда в сторону подсолнухов. Продать нам с вами надо 3 ящика. Попутный мед продадим тоже, все-таки он нам деньги приносит. Так, что нам еще останется? Один поросенок и бананы. Покормим поросят, чтобы они нам поросенка принесли. Так, ну все, поросята зародились. Эти бананы продадим. Сливу продадим. Чёрт, здесь наверху находимся. Так, банан у нас долго зреет. Продадим мед. Денег дадим. Корову накормим. Овечку накормим. Хрюшек тоже давайте накормим. Так, посмотрим, как там наши бананы поживают. Можно в эту сторону двигаться как раз таки. Давайте продадим бананы и посмотрим, что нам скажут делать сейчас. Итак, та-дам! Мы заполнили все магазины на четверть нашими товарами. Уже скоро все будут покупать только наши овощи. Магазин уже прислали заказ на новую партию овощей и деньги с продаж 900 монет. Капуста, шерсть, тюльпаны, арбузы. Так, идем сюда вниз. Продаем шерсть. Продаем капусту.
Давайте попутно покормим овечек. Потому что все-таки шерсти нам нужно 3. Так, придадим капусту. Еще одну капусту. Так, что нам останется? 3 тюльпанов, 3 ящика тюльпанов и 3 ящика арбузов. Так, овечки накормлены. Так. Давайте арбузы. Продаем. Так, тюльпаны. Вот это все я не продаю. То есть, обратите внимание. То есть, и корова мне принесла молоко, и ули уже заполнены, яички, и поросята есть. Просто у меня есть ощущение, что мне потом скажут, что там надо заработать, ну, какую-то кучу монет. Поэтому я не продаю, чтобы это все потом продать и сразу много монеток заработать. Ну, не прям много, но тем не менее. Наши товары уже занимают половину полок в магазинах. У нас хорошие темпы продаж. Еще немного, и мы победим. Осталось поставить и предпоследнюю партию овощей. Деньги с продаж, присланные магазинами, составили 1200 монет. Продаем мед. Даем молочко. Кормим корову. Кормим овечек. Что не забываем, нам по-прежнему нужно продать шерсть. Так, все, шерсть мы продали. Теперь можно сосредоточиться вот на этом задании, которое перед нами. Так. Еще шерсть. Так, ну и давайте. Клубника. Продаем. Мед. Продаем. И сюда еще одну вишню посадим. Мед продаем. Клубнику продаем. Корову кормим. Корову тоже накормим. Еще одну клубнику.
Так, задание продать 3 меда и 3 ящика клубники у нас с вами, считай, выполнено. Этот мед тоже продадим. Так, перемещаемся наверх. Вишня. И еще одна вишня. Ну и сливу продадим. А, нет, вишню продадим. Все, спускаемся вниз. Давайте всем работникам дадим денег. Покормим в этот момент коров. Продаем молоко. И останется нам продать с вами всего лишь одно молочко. Стоять не будем, наши руки не для скуки. И давайте посмотрим. Мы наполнили магазины почти полностью. Еще чуть-чуть, и там будут только наши продукты. Магазины прислали последний, самый большой заказ. Нужно выполнить его, и мы будем впереди. Деньги с продаж 1500 монет. Перец, яблоки, капуста, яйца. Относим яйца. Кормить их особо нечем, потому что кукурузу вечно все собирают. Ну, я попытаюсь. Я не знаю, что это у сборщиков за бзик такой, но они всегда собирают кукурузу. Всегда, вот всегда, просто всегда. Так, яблоки. Еще яблоки. Перец. Еще перец. Что ты, каких-то кур не покормил? А, кормим сейчас. Так, яблоки. Продаем. Продаем. И осталась капуста. Ну и давайте посмотрим. Какое задание нас будет ждать сейчас?
Так, раз, два, три. Все магазины полны наших свежих овощей. Никто больше не покупает вредные искусственные овощи, и фабрика обанкротилась. Говорят, что старые цеха и трубы снесут, и на этом месте будет парк. Мы победили! У меня нет слов, как описать те эмоции, которые сейчас я испытываю. Мы получили с вами трофей, кубок лучшего фермера в истории. Мы уложились в то время, которое было отведено нам этим раундом. Такой вот у нас кубок. И, видите, там сертификат лучшего поставщика продуктов. Кубок лучшего фермера в истории, сертификат лучшего поставщика продуктов. Вот все наши трофеи, которые мы добыли, проходя игру FarmCraft. Вот так и закончилась наша история. В город потянулась бесконечная вереница грузовиков со свежими овощами. Прощайте, помидорчики! За выдающиеся заслуги перед нашим городом я вручаю эту почетную грамоту. Марта стала героем города. Дела компании Агранович пошли под откос. Сэр, анализ рынка показал, что никому не нужна наша продукция. Ох, Марта, Марта, вся в отца пошла. Как видите, красная линия ползет вниз, а зеленая вверх. Что это значит? Подробности в нашем следующем выпуске. Штаб-квартира корпорации Аграновича поменяла владельца. А Марта, наконец, украсила бывший кабинет мистера Аграновича живыми цветами. Конец! Марта стала владельцем корпорации Агранович. Вот так вот, ребята, вот так вот, мои котятки, мы с вами вместе прошли эту яркую, красочную, музыкальную игру FarmCraft. Очень позитивная игра, очень интересная. В некоторых моментах, да, такая напряжная, заставляла меня нервничать. Ну, вот под самый вот, ну, конец, под последний уровень я проходила очень быстро и легко. Вот, поэтому я думаю, вы обязательно поставите лайк как под этим видео, так и под всеми другими видео по игре FarmCraft. Если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подпишитесь. Нажмите на значок колокольчика, дабы получать уведомления обо всех видео, которые будут выходить у меня в дальнейшем на моем канале. Так как, дай бог, все будет в порядке. И я, соответственно, не планирую останавливаться, планирую в дальнейшем снимать очень много интересных разных игр. Такая вот у нас картинка в конце. А я вас с вами всеми прощаюсь. С вами была Флэффи Китти. Я вас всех очень-очень люблю. Всем пока. Всем мяу.